Так, ребят, вы в этом разбираетесь, да? Ну, выберите что-нибудь сами. И не очень большое, чтобы в багажник помещалось. Давайте, пожалуйста. Идем, идем, я знаю где. Не, нормально. Надо было тебе там остаться, а он бы за тебя пописал. Нет, он бы так хорошо не смог. Ну, это да. О, идут. О, слава богу. Слушайте, ну наконец, ну невозможно же. Зато, пожалуйста. Опс. Видишь? Ну, прекрасно. Или ужасно, я не знаю. Ладно. Времени мало, поехали. Ты же не посмотрел даже. Лёш, мне нравится. Не, вообще нормально. Мы мучились, выбирали, а им пофиг. Ну ладно, ладно. Сколько мы вам там должны? 750. 750 это сколько по курсу? $100? Отличная картина. Почему по 100? По 750. Чего 750? Долларов. Каких долларов? Слав, ну каких долларов? Я не понял, что картина 3 штуки, что ли, стоит? Какая картина стоит 3 штуки? Вы что, охренели, а? Я что-то не понял, какая картина стоит 3 штуки? А на что вы рассчитывали? Ну как, люди нас встречают, там организовывают все, юбилей клуба у них. Леша, я все понимаю, но 3 штуки. Подожди, вот эта картина стоит 3 штуки? Ну, Камиль, да. Нет, чего, долларов, что ли? Да. Не, ну слушай, нам еще штуку скинули. Ничего себе, мы в туалет сходили. Надо было хотя бы посоветоваться. Вы сказали, что вы нам доверяете. Ну да, да. Значит, я не отдам, все. Я взял с собой определенное количество денег. Я не рассчитывал на эту фигню. Я не знаю, в Москве отдам. Не, ну видно, что хорошая. Ну хорошая. Вот Камилю нравится. Может, мне тоже нравится. Только почему так дорого? Ты Тищенко. Что Тищенко? Модный художник Тищенко. И что? Тищенко. Тищенко, да. Не, ну я слышал, слышал. Ну, видно, хорошая, конечно. Да хорошая, хорошая. Только я все равно в Москве отдам. Или сейчас нужно? Лучше сейчас. $50 давай и поехали. А остальное? Слава, она стоит $200, успокойся. Что стоит $200? Картина. Какая картина стоит $200? Эта картина стоит $200. Да? А почему она стоит $200? Это же Тищенко. А кто это Тищенко? Я не знаю. Я тоже не знаю. Вот только Слава что-то о нем слышал. Слава, кто такой Тищенко? Иди нахер, понял? Нормально, я ему $700 сэкономил, он меня нахер посылает. Да, и обязательно нужно купить бутылку. Хорошую, дорогую.